Дорогие земляки, наступает самый долгожданный, самый любимый и волшебный праздник – Новый год. Каждый из нас встречает его с верой в добро, с надеждой на счастье, с мечтами о будущем. И, конечно, все мы подводим итоги году уходящему. Для каждого из нас этот год будет вписан в свою личную историю. Но все мы вместе писали историю Самарской области. Историю успехов и побед нашей малой родины и нашей великой страны – России. Для Самарской области 2019 год стал годом важных перемен и больших свершений. Мы взялись за самую важную работу эпохи – реализацию национальных проектов. Наш президент Владимир Владимирович Путин инициировал их для того, чтобы каждый гражданин в России жил долго и счастливо. Да, нам еще многое предстоит для этого сделать. Сегодня мы решаем беспрецедентные по своему масштабу и значимости задачи. И мы уже успешно справляемся с этой работой. В 2019 году Самарская область стала одним из лидеров регионального развития в стране и абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе. Это наша общая победа всех жителей губернии. Тех, кто трудится на заводах и в полях, строит дома и больницы, школы и детские сады, дороги и мосты. Тех, кто учит и лечит, бережет и защищает, растит детей и заботится о ветеранах. Мы возвращаем нашему региону лидерство в самых разных сферах и делаем это вместе. Дорогие друзья, сегодня мы перелистнем календарь и начнем отсчет новому 2020 году. Для Самарской области, для всех нас он будет насыщен интересными и важными событиями, трудовыми победами и яркими праздниками. Мы отметим 50-летие выпуска первого автомобиля на Волжском автозаводе. И, конечно, достойно встретим святую для нас дату – 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Искренне благодарю вас за труд и ответственность, терпение и доброту. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует успех. Ведь успех каждого – это успех всего нашего региона. И теперь, когда до боя курантов остается совсем немного, давайте обнимем родных и близких людей. Скажем им самые теплые, душевные слова. И пожелаем счастья в новом году. Здоровья, благополучия, любви, мира и добра. С праздником вас, дорогие земляки! С новым 2020 годом!